Валентина Щербакова наглядно демонстрирует, что происходит с ее двором во время дождей. Впору надевать водолазный костюм, сетует женщина. Ведь ее двор скоро опять, возможно, превратится в своеобразную морскую гавань. По ее словам, осенью и весной здесь не пройти, не проехать. А все из-за недобросовестной бригады, считает Валентина Щербакова, которая летом 2015 года проводила на этом месте земляные работы. Результат виден невооруженным глазом. Уровень земли много выше уровня дворов, бугры, ямы. Аккуратный тут только новый асфальт. Весной калитку открою, и море у меня. Как в кино «Любовь и голуби». Нельзя было наступить. Скорая помощь приехала, доску бросила, они не могли даже. Ко мне без конца скорая помощь приезжать не могут. Они утопала эта доска в этой воде. Валентина Ивановна рассказывает, что обращалась в городской акимат и в общественную приемную партии «Нуротан». Но пока помощи не дождалась. Копали отсюда, а делали что? Зацементировали пионерскую, юный боец зацементировали. А я осталась на острове. Остров невезения, вот которым я живу. На острове невезения оказались и соседи Валентины Ивановны. Как они уверяют, строительство неподалеку теннисного корта, а позднее капитального ремонта улицы Красный Кузнец, принесло им мало радости. До земляных работ тут был арык, по которому вода истекала. Теперь же у нее единственный путь – во дворы жителей. Вы смотрите, вот что они сделали. Поставили асфальт здесь на полметра выше. Я получился ниже. В том году полный гараж воды стоял. Все затапливает. Вот буквально, видите, вот грибок есть. Вода стоит, потому что со всего города идет вода. Теперь поставили асфальт. Она вообще будет сейчас есть. И вот соседи, и я, и вот эти соседи. Представители акимата Кустаная ситуацию пока никак не комментируют. Мы, в свою очередь, отправили городским властям официальный запрос, но ответа еще не получили. Манарбек Осколов, Тимур Казагулов, РТН.